Ты чего такая грустная? Хочешь фокус покажу? Ну давай, удиви меня. Смотри внимательно, я лопну шарик одним прикосновением. Милан, это не фокус, а обычная физика. Все прекрасно знают, что эфирное масло разъедает резину. А вот кто и знает толк в настоящей магии, так это Илья Кахнович. Тогда добро пожаловать на новое иллюзионное шоу «Цирк иллюзий величайший волшебник». Обычный цирк, к которому мы все привыкли. Здесь нет ни одного животного. Цирк иллюзий – это авторский проект. Роскошные костюмы, современные спецэффекты, а также легендарные трюки великих Гарри Гудини и Дэвида Копперфильда. В обновленной программе нас ждет появление 2-метрового мотоцикла, самые опасные и экстремальные трюки мира, авторские иллюзии в воздухе, настоящий гипноз, чтение мыслей и взрывы предметов с помощью телекинеза. А также волшебство со засветными голубями, появление человека из дыма, завораживающий полет девушки, легендарное лазерное 3D-шоу и, конечно, секретный гость программы. Какие эмоции вы испытываете от того, что попали на сцену? Очень классно было, мне понравилось. Вообще, я первый раз на сцене. Нереальные эмоции, особенно вот когда ты, грубо говоря, играешь первую роль, ну, то есть попадаешь на сцену, играешь главную роль. Как вы думаете, как карта оказалась у вас в кармане? Просто магия. Больше всего впечатлило. Если честно, я в восторге от всего, что сегодня увидела на сцене, потому что эмоции неподдельные. По-детски удивляюсь, радуюсь и восхищаюсь тому, что происходит. Но если все-таки выделить из того, что я на данный момент увидела, то фокус с голубями, я его вижу не первый раз. Я его видела, кстати, на Европа плюс ТВ на новогоднем огоньке, но я до сих пор вот так вот, как, откуда они появились? Я не понимаю, как он это делает. Мне понравилось лазерное шоу, кстати, очень сильно. Ну, то есть оно такое завораживающее, захватывающее. Ну, и вот эти вот фокусы, где люди перемещаются. Вначале он в коробке, потом в коробке девушка. Как они это делают, я тоже не понимаю. Но очень-очень здорово. Очень понравился фокус с голубями. У вас есть предположение, куда они пропадали? У меня есть предположение, что там коробочка, и под коробочкой есть двойное дно. И еще у меня есть предположение, что они очень маленькие и прячутся куда-то ему в рукава, волшебнику. Но, конечно же, это все неправда, и на самом деле это магия. Думаешь, куда попадают голуби? Просто улетают дальше. Не знаю, в карман, наверное. Как вы думаете, куда попадают голуби? Пропадают? Я думаю, они в рай пропадают. Как
вы думаете, как был выполнен фокус появления девушки из дыма? Появление девушки из дыма? Она где-то снизу там сидела. Мне это кажется по-любому. Как вы думаете, как был выполнен фокус появления девушки из дыма? Ну, возможно, снизу на платформе она появилась потом в эту вот толпу. Ну, мне так кажется, что сначала я думала, она там была. Потом колба была пустая, потом появился дым. Значит, есть какая-то потайная дверца сзади, через которую девушка проникла. Я думаю, так. И появилась в колбе, в дыму. Привет, я тоже занимаюсь футболом, но фристайл – это для меня что-то новенькое. Да. Какой самый сложный трюк и смогу ли я его выполнить? Самое сложное, наверное, это набивание. Ты так не думаешь? Почему? Это нудная работа, это нужно вот так каждый день выходить, набивать мяч. После моего выступления вы берете меня в следующее шоу? Ну, это вопрос к Алине Сергеевичу. Почему вот вы решили выбрать именно мыльные пузыри? Здравствуйте. Мне с детства всегда нравились пузыри. Они красивые, волшебные, поэтому я решила связать свою жизнь именно с этим волшебством. Страшно ли было выполнять трюк, вниз болтаясь головой? Ну, наверное, со временем уже не так страшно. Вот когда только начинаешь, да, надо преодолевать какой-то страх. А потом уже это, ну, выходит в привычку, и ты уже знаешь каждое свое движение, как правильно это выполнять. Илья Сергеевич, добрый вечер. А какие ощущения у вас после шоу? Добрый вечер. Мои ощущения после шоу просто великолепные, потому что я подарил радость, эмоции людям. Они мне подарили энергию, и поэтому на данный момент я полностью счастлив, как и все наши зрители. Илья, вы смело показываете подготовленные трюки на сцене, а сейчас вы сможете продемонстрировать магию? Конечно, можно. Можно мне шарик? Подержи перышко. Угу. Смотри внимательно за шариком. Смотри за шариком. Смотри. Раз, два, три. Илья Сергеевич, вы как Киркоров переодеваетесь во время шоу. Сколько у вас костюмов? Вообще, у меня костюмов очень много, но в этом шоу я меняю 9 костюмов. А кто шьет эти костюмы? С нами работает большая команда дизайнеров, которые во главе с моей девушкой, уже будущей женой, разрабатывают нам костюмы. И, собственно, вручную это все изготавливается. И поэтому получаются вот такие авторские индивидуальные костюмы. Илья, мне понравился фокус с протыканием человека. Расскажите секрет. Хочу потолку удивить. На самом деле, в этом фокусе все очень просто. Берешь копье, берешь коробку и протыкаешь. А потом расскажешь, как все получилось. Это было захватывающе и нереально круто. Думаю, что сам Копперфильд обзавидуется. Согласен с тобой полностью. До сих пор ощущение, что волшебство где-то рядом. Друзья, вы просто обязаны успеть посетить шоу иллюзий Ильи Кахновича. Столько магии я еще не видела. И как он это делает? Мы надеемся, что смогли передать хоть капельку той атмосферы, которая царила в этом месте. На этом все, друзья. С вами были Милан Станков и Карина Высоцкая. До новых волшебных встреч! А хочешь, реально классный фокус покажу? Ну, давай! Стой! Стой! Догоню! Oh, 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 oh
Привет всем модникам и модницам! Привет, Европа Плюс ТВ! На связи Макар и Ева. Давно мы с вами не посещали масштабные модные события. Так что думаем, пора это исправить. Тем более для этого есть повод. Сегодня в Минске проходит летний сезон Kids Fashion Show. И мы не могли пропустить такое красивое событие. Так что оставайтесь с нами, все будем рассказывать и показывать. Kids Fashion Show, пожалуй, самый масштабный детский модный показ, который проходит в нашей стране. Уже более 5 лет модный подиум собирает юных моделей и дизайнеров со всей страны, чтобы продемонстрировать новые детские коллекции. Хочу отметить, что организаторы всегда уделяют особое внимание и декорациям. Вот и сегодня наш подиум навеян летними мотивами. Так что сегодня по-настоящему можно насладиться морем, солнцем, пляжем, пальмами и всеми остальными красотами лета. Привет! Какую коллекцию ты представляешь? Сегодня я представляю коллекцию LC Waikiki. Что тебе больше всего нравится в этом образе? В моем образе очень интересная и необычная юбка. Это очень, конечно, необычный образ, даже немного странный. Вот. Больше всего она мне нравится. Что ты будешь ощущать, когда будешь выходить на подиум? Ну, будет немного страшно, потому что, ну, в первый раз я иду на подиум, поэтому будет немного страшновато, но в целом нормально. Можешь рассказать про эту коллекцию? Я могу рассказать, что эту коллекцию мы делали вместе с моей мамой, дизайнером. Мы очень долго над ней старались, каждая вещь была сделана с душой, с любовью. Мы очень много работали, но я думаю, это того стоило. Привет, расскажи, как настроение? Привет, все просто замечательно, я очень рада, что во второй раз получилось дать вам интервью. Второй раз? Да, вы у меня уже брали интервью на зимнем показе. А что ты любишь на этом мероприятии? Мне нравится масштаб и то, что тут можно проявить себя. Расскажи про свой образ. Ну, сегодня у нас летняя коллекция Waikiki. Мне кажется, что очень круто тут сочетается сумка, потому что вроде все такое летнее, но при этом немножечко есть такого гранжа. Привет, малышка! Как тебя зовут, сколько тебе лет и откуда ты приехала? Меня зовут Кира. И мне вот столько. И вот я приехала из Куймана 32. Ничего себе! Тебе 4 года, да. А ты профессиональная модель? Да, я профессиональная модель. Что тебе больше всего нравится в этом платье? Мне больше всего нравится юбочка. Сейчас возле меня стоит дизайнер бренда Nova. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о себе и про свой образ. Меня зовут Наталья Лукьянова. Я основатель бренда Nova. Нашему бренду сейчас уже 2 года. Суть и концепция бренда в том, чтобы создавать актуальную одежду, трендовую, которая заряжена эмоциями и драйвом. Почему вы решили принять участие именно в Kids Fashion Show? На мой взгляд, Kids Fashion Show – это самый крутой показ в нашей стране. Как не принять участие в таком показе? Сколько тебе лет? 4. Ничего себе! Можешь рассказать секреты, как хорошо себя чувствовать на подиуме?
Я чувствую, что я хожу. Меня фоткают. Здравствуйте! Какая ваша работа на Kids Fashion Show? Здравствуйте! Я стилизую коллекцию дизайнера Натальи Лукьяновой, бренд Nova. Что значит стилизовать коллекцию? Дизайнер придумывает образ, а я дополняю этот образ стильными аксессуарами. Какие модные советы вы можете дать нашим зрителям? В этом сезоне очень моден джинс. Очень актуальные яркие расцветки, поэтому я рекомендовала бы не стесняться и экспериментировать, в основном еще с головными уборами. Я знаю, что вы со своим модельным агентством приезжаете из Гомеля на Kids Fashion Show. Что вам так нравится в этом событии? Конечно же, мы не можем пропустить ни одно такое яркое мероприятие. Потрясающие модели, потрясающие дизайнеры. А в этом сезоне, посмотрите, какую они сделали потрясающую локацию. Море, солнце, пляж. Яркое событие, которое просто невозможно пропустить. Сегодня мы вместе с вами посетили красивое модное событие Kids Fashion Show. Узнали, что будет модно носить этим летом, а также открыли новые имена в детской моде. Как человек, который часто посещает подобное событие, могу с уверенностью сказать, что сегодня все было на высоте. А модный репортаж вели Ева и Макар. Всем пока-пока и до новых ярких встреч!